практически. Министр спорта Чувашии Михаил Богоратов отметил, что поступившая информация стала для ведомства шоковой. Официального комментария от независимой национальной антидопинговой организации, которая вела расследование с 2017 года, пока нет. Официальной информации мы пока на данном этапе не обладаем. Обладаем той информацией, которая была у нас в июне 2017 года. При оказании медицинской помощи 8 июня 2017 года сотрудниками полиции РУСАДА был зафиксирован факт внутривенного капельного введения лекарственного препарата. Особо хочу остановиться еще раз. Этот препарат не входит в запрещенный список лекарственных препаратов. Здесь речь идет об объеме вводимого лекарственного препарата. В объеме 250 мл он вводился. Внутривенные инфузии и инъекции в объеме более 50 мл в течение 6-часового периода отнесены постановлением правительства России к запрещенным методам. При этом медицинские работники учреждения пришли к единому мнению, что указанный метод запрещен для использования в объеме более 50 мл непосредственно за 6 часов до соревнований, что привело к ошибочной тактике работы со спортсменами. По словам заместителя главного врача Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, такого больше не повторялось. За время проверки РУСАДА опросила более 140 человек. По данным агентства, возможно, более 60 случаев нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом. По 33 спортсменам планируется открытие дела о возможном нарушении антидопинговых правил. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Да.